здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые просто зрители. С вами сегодня опять Лёша и Саша. Здорово всем. Мы сегодня просто играем в карту на выживание, да, на выживание на ком. Так, ты где? Я тут, а. О, рыбка, ништяк. Так. Кто? О, Эндер тут. Так. Чё, рыба? О, спасибо. Нет, там ничего не было, там ока Эндера. Тебе надо? На, возьми. Погоди, ты видишь чанки? У меня чанки стал прогружаться что-то. Сейчас, погоди. Я понял, зачем нам ока Эндера. Для чего? Тут явно, наверное, они где-то специально сделали портал в Эндермилу. И... О, пошли туда, там, наверное, где. Блин, у тебя-то прогружается больше, чем у меня. Сейчас, погоди, я еще более чанки поставлю прогрузку вообще на максимум. Лёха. Чё? Смотри, плавающая курица. Не трогай курицу, она моя. Шатаю. Нифига, кстати, сейчас у меня прогрузится, тут просто офигенный остров должен быть. Да. Убил ус? Погоди, где там? Ты взял курицу от нее? Да. А, взял. Так, там вовчики. О, кстати, вовчиков надо убить. Сколько их там? Только будет вовчиков. Жалко. Так, ну, надо, наверное, сначала сделать ножницы. Где мы тебе железо найдем? Хотя, да, лучше ножницы сделать и шире сделать. Так, я, Лёх, что-то нашел, короче. Чё? Так, иди прямо и... О, офигенно. Чё это такое? Там, наверное, надо... Стой, погоди, никуда не иди без меня, я тебе еще раз говорю. Погоди, это же, по идее, карта на выживание. Какие тут прохождения? Тут же ничего не должно быть. Да, молодец, без меня еще идешь. А, Лёха. Я застрял. Ой. Отлично. Куда мы вообще попали? Офигенно. Че это? Ва, это зомби-спаунер, ты что не видишь? Ты поставил на легкий? Тут на легком должно быть. Теперь да. Вот ты отлично вообще поставил тогда, когда не вовремя. Беги теперь. У меня мечик железный. И что это нам даст? А, защита. А, Лёх, беги там. Да я бегу. Сколько тебе киллов? Тебе надо было с самого начала на легком поставить. У тебя сколько рыбы? У меня две. Две? Четыре. Я тебе потом... Нет, у меня четыре. А, четыре? Когда одну дашь. Ну. Дашь мне меч? Меч. Дай тебе око. Только он чуть-чуть. Нифига, нормально. На, вот. И вот это, на. Так ладно, нам... Да, нам надо дерево. Потом надо... Кстати, для чего он та пещера нужна была, интересно? А, наверное, чтобы тартанчика кому-нибудь. Ну, может, там этот нодопал. Слушай, иди в другом месте копай, а? А, да, тут же ачивки есть. А, я, блин, тоже сделал верстак. Ёбал. Ой. Так, что нам еще-то? А, кирку. Кирку надо обязательно просто. Блин. Так, возьмем. Знаешь, как у меня сейчас идея? Какая? Делайте дом из песка. Нет, не надо дом из песка делать. Чего? Не надо. О, Лёх, ты там какая-то гола каменная и, наверное, ничего будет. Я вот не понимаю, за кого мы тут, типа, за пиратов или за кого играем? Походу, поскольку там, типа... Ой, тут паук. Мы на корабле, типа, были. И... Стой, куда ты вообще пропал? Я иду на эту голову, я там что-то вижу из камня.
Лично, пока ты там развлекаешься, на меня тут криперы напали. А, я там выходила, я просто туда вышла. О, Лёх, тут есть сажа, уголь. Где? Так где это вообще? Вот это вот. Там на голову забивайся. У меня такого скалолаза. Погоди, в этой горе, это гора, это вулкан. Там лава может почетить, я серьезно говорю, так что не ломай его. О, уголь. Вулкан? Да, это вулкан. О, когда, ну, судя по описанию этой карты, это вулкан, по идее. Значит, мы типа на каком-то острове. Да, я тебе говорю, мы типа по ходу пиратов, что ли. Так. Египетская сила. Че там? Там... Да, ты пал, то что это вулкан, там обсидиан и там сундук есть. Сундук? Не лазь туда. Так, давай я тебе все вещи сброшу. Офигеть. Я полезу. Так, на тебе все вещи. Погоди, куда полезешь? Да. Тут выживать надо, тут это надо построить домик и все остальное. Ого, у тебя всего сколько. Ничего. Давай тебя влазь. Я же мастер полку, ты что Знаю, потому что я сейчас как смертник действую. А ты хоть что-нибудь взял бы, чтобы поставить? Нет. Там зомби. Элвлауски. Нет, я Элвлауски. Все. Молодец. Теперь давай иди. О, коридор. И все, и ради этого мы туда лезли с тобой. А по идее мы тут должны дракона убить, это как бы весь смысл Майнкрафта. Не, ну это ясен пень, но у нас даже оружия нету нормального. Ну, а железный меч. Да. Когда-нибудь я не могу выбраться. А пофиг. Сейчас тебе уголь как и скину. Лёха, зы, думал того. Ой! Где? Я вообще не вижу, где ты там. Так, я сейчас по ГЕ сбилась тут, чтобы ты мне мои вещи. Ты же мне сам их отдал. Не, ничего, типа этого не было. О, я увидел тут какой-то люк, и зомби утконулся, он меня, походу, сейчас убьет. Потому что у меня нету голода. Голода-то нету. Сейчас, погоди, стой там. Где ты увидел портал в ад? А, вон, вижу. Ой, меня чуть крипер не подорвал. Домик? Домик? Ох, я нашел себе. Нам дом. Где? Где ты вообще? Ты вообще где? А, вижу. Ох, спасай. На тебя зомби. На тебя. С 8 марта. А, да, кстати, сегодня 8 марта. Да, да, сегодня 8 марта. Всех девчонок поздравляем с 8 марта. Ну это обязательно. Ого! Да, я тут домик, я уже обыскал. Что там было? Так, рыба, я сейчас поем. Давай, я соберу его обычной киркой. Стой, отойди. Давай, я тебе сейчас кирку замочу. Так, на какой уровень нужно? На кирку тебе. Спасибо. Тебе мечик нужен? У меня есть каменный. Я все тоже замочу. Так, ты нужен мои факела и рыбу? Факела? Какие? Какие факела? Такие. Нет, никаких факелов. Не, я надо два факела. Какие? А у тебя сколько факелов? У меня мало. Ну сколько, наверное, скажи? 10. 10? Не фада. Ладно, на 5. Блин, я все весь камень потратил. Хотел еще один топорик. Так, все, у тебя сейчас должно там быть 6, у меня тоже 6. Да. Так, ну что, все, жилище есть. Так, вот у меня вопрос, смотри, это карта на выживание. Ой, эндерман. И смотреть на него. Че? Там, наверное, будет какой-нибудь сундук. Можешь его убить и попытаться? Ну, не нафиг. Что он зовут? Ты что, туда хочешь? Стой, стой, иди сюда. А какие-то уины увидел. Ладно, пофиг. Я тут это поставлю, а, короче. А, вышка! Должен спасать. Меня напался. Я пофиг на тебя. А, все.
я какой-то туннель увидел, мне не очень неохота спускаться, а там скриды все. Я не понимаю. Чё все лодка делаю. А, у меня один вопрос, как мы поспим? Я не знаю, как ты спать будешь. Я вообще чё хочу железо найти хотя бы, хоть одно. Я там типа какое-то построение увидел. Какое построение? Ну, типа такие руины и у него какая-то шахта. Ладно, пофиг, нам надо, слышь, иди сюда, надо все вещи тут скидать. Где? Вот здесь. У тебя сколько этих досок? У меня вообще нет. Вообще нет, отлично. Я пошел. Ну, я как бы могу. Да все, вот тут уже кстати, не надо. Забыл, где машина. Так, на убью, пока там досок есть, и лодку сделаю, и сгоняю к полтора бата. Нафига? Может, там что-нибудь будет. О, тут, кстати, сам же есть. Да, кстати, это можно. Мой сундук. Там твой. Чё ты? Сюда все скидывай полностью. А я уже почти все скину. Так, надо топой взять, я буду все делать. Я еще печку сделаю. Да, кстати, дерево поболее надо, чтобы пожарить чем-нибудь. Ну, там... Мне хоть нету никого уже, но сам надо много штучек. Шиповодочку делать. Кстати, я могу зачаровать на чем-нибудь. Хотя кровь. У меня первый. Надо хотя бы второй. Не, Лёша, лучше по пауке не ломай. Ну, в принципе, можешь сломать. Кстати, там есть рядом где пауки? Пауки? Нет, пауки. Пауки, да. Мне надо пауков, чтобы шерсть сделать. А лодочку? Удочку? Погоди, не надо, не надо, братик. А не чё? Надо, не надо! Я не делаю. Не надо, я говорю, лучше кровать еще сделать. Я хочу лодку сделать. А, мне показалось удочку. А вот там где кто? Лодка. Погодите, зачем лодка была нужна? Там же там же доплыть можно. Ну, там скриды, а я и плыть. Ой, сенсей. Лёха, там сенсей. Чё ты от меня-то хочешь? Чтобы ты меня спас! Ай, по мне стреляют, я как псих бегу. Поплыли! Слушай, может его заколбасить эндермана? Эндермана? А как хочешь. Блин, и где он? Воду, наверное, наверняка что-то. Лодка, ты куда без меня? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Нафига это сделала? Да, нафига. Я поплыву вокруг острова, может, что-то найти. Отлично, подгони мне лодку. Да, давай. Как я? А ты, не знаю, поплывешь. Нифига тут сколько зомбарей-то заспавнивается. Я какой-то еще деревянный туннель нашел. Братик, знаешь, что самое прикольное? Что? Если он сейчас оттуда не выбирался, этот эндерман. Откуда? Из дома. Он же в доме. Ты поеду! Так, я, короче, тебе сейчас лодку погоню. Она мне уже не нужна. Так, я обследую. Тут столько милых созданий, ты бы знал. Вообще милый скелет, зомби. Ёлы-палы. Сколько вас тут, ёлы-палы. О, ведьма, отлично. Только мне тебя еще не хватало. Чё, она ведьма? Да, там ведьма. Ой, эндер... Энгри зомби, ёлы-палы. Он быстрее всех, этот урод. Он, кстати, сильнее этих. Да, он сильнее всех вообще, наверное.
Чтоб ты сдох. На меня сильнее всем гаст. А, ну да, дитя. Хотя кого на него две стрелы, и он сдох. Чё-то не две. Стрела по сколько, кстати, у меня? По много. Ну, бывает, там разница большая. Кстати, помнишь мод на это? А, нет, братик, все нормально, его тут нету. Я его убил. Нет, он убежал. Помнишь, там мод на этот сумеречный лес? Да. И помнишь, что там этот огромный очень гаст? Помнишь? Да, помню. И чё? Короче, у него тоже 10. У него 10 хп. Одной стрелой его завалить можно. Он такой вообще большой, наверное, как вот этот вулкан. И он, кстати, вызывает сажу огонь. Ну не такой большой, но он, короче, большой, как 4 гаста. Да. И у него вообще прикол. У него 10. Да, у него 10 хп, хоть он такой даже здоровенный. Ну вообще капец. Я понимаю. Ты где вообще? Я понимаю. Ладно. Эту лодку случайно сломал. Че нормально? Ну а как еще надо приплывать-то домой, ломать лодку? О господи, мы где-то поселились на каком-то вулкане. Хотя что я говорю, это есть вулкан. Нам надо этих пауков убивать. Так, я не понимаю, где наш дом. Сверху. О, офигеть, я нашел железо. Я овечек поубиваю. Ой, не-не-не-не-не, я же до этого пришел. Так иди к нашему дому, может ты не... Да, конечно, это тут до него. Так, нет, я знаю, а где. А я вообще не понимаю, где наш дом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Второй раз я сдох. Капец. Ну ничего, я хорошо выживаю. Я не могу наш дом найти. Да он сверху на вулкане был. Прям на вулкане? Да. Мы с тобой отлично вообще играем, да? Особенно тот танк, этот я думаю, поставил. Я не специально, я ж не знал, что домик сгорит. Так я не понимаю, где нужно. Мне сейчас это надо, мой лут найти. Всё, я просто не на ту гоу-гоу начал залазить. А, да ты что? Как это хорошо, что ты не на ту... О, мой лут. Блин, ну мы знали это? Команду на это... На чё? Я знаю, то, что это как бы читерская. Она не читерская. Что в ней читерская, скажи мне? То, что... Я прям мы где-то заблудились, мы можем просто сдохнуть и все. Ноль. И у нас вещи сохранятся. Это уже нечестно. Слышь, я, короче, эту карту всю на вот эту вот в говно превращаю, серьезно говно. Не превращаю в говно. Ты это только Вовчиков не убивай. Я уже двоих убил. Капец, мы где-то лёг поселились. Да я вообще не знаю, где ты. Я тебе, гнилую плоть дам. Спасибо. Ты же любишь гнилую плоть есть. Не, я люблю есть рыбу фуг, помнишь? Рыба фуг. Новое же это дополнение, типа, на Майнкрафт. Я чё-то... Он даёт утоление. Слышь, я топор прошпекал. Нет, я его прошпекал. Я с ним был. Ха-ха. Чего смешного, а? Знаешь, что плохо? Чё? Waypoint нельзя поставить. Спал. Нет, waypoint. Он спал. А, ты про это? Про чё? Это, ну,
может даже какие-то моды сюда можно скачать потом. Конечно, можем моды сюда скачать. Я знаю, как установить на лицензионный Майнкрафт. Да, кстати, у нас лицензионный Майнкрафт. Да, да ты чего тебе? Типа никто не знает, что это лицуха. Хотя, наверное, многие не знают. А, то что я лицуха? Да нет, ты заткнись, ты блин. Что ты ржешь, а? Ты где вообще? Я иду домой. Мне почему голову. Если что, кстати, я бы посмотри на мой канву, смотри. Кто за четыре? У него в жопе стрела. Нет, у меня, кстати, не отражается она. У тебя-то не отражается. О, на двоечку. У меня-то есть теперь. Ог, меч. Смотри, какой меч. А на чем? Хочешь узнать? У тебя сколько жизней? Блин, да, мало у тебя жизни. Да я чё? А, дай, кстати, железка. Железка, я сейчас собираюсь это, Вовчиков пожарить. Вовчиков пожарить? Жарь Вовчика. Я, ты как зачаровал? Там два левела надо. Два? Слышь, ты это моя железка. Такая тишина, капец. Такая тишина, такая, все так это замерли. Два железа еще. Дай мне тоже два железа. Я сам пойду, дай мне одно железко. Я сам их пойду. Я их сам пойду подстригу. Да я пойду их подстригать. Я лучше подстригатель. Я тебе щ... Вот сейчас ты их сделаешь, я тебя убью. Ты сделал ножницы? Дай мне ножи. Давай, все. А эти железка дам на. Зачем мне твоя железка? Давай ножницы, я тебе сказал. А ты умеешь печку железо? Да. Вон оно жарится. Не спорю. А пошли вместе их подстригать. Я их лысыми сделаю. Ты что забыл? Я самый лучший подстригатель, между прочим. Сейчас скажи, ты не видишь, Вовчик. А где они? Я их реально не... Мне сейчас нужен ловик. Нормально. Так за подстригание Вовчиков не дается уровень. И чё, за биплаку дается? Давай две. О, две. О, а нет, даже три, прикинь. Из одного Вовчика третьих. Ну еще где-то на Вовчика. Зачем? А, потому что нам только еще один Вовчик. Вообще ничего не вижу. Даже я тебе позволю его убить своим новым зачарованным мечом. Да, это мой мечик. Мой мечик. Ну, я тебе дам, да? Да, но все равно это мой мечик. Молчи, ты его не дал, я его сам нашел. Я, короче, влез в пекло полное, где зомби там. И там я его нашел, как храбрый воин. К бою готов. Отлично, ты сделал деревянный меч. А, железный даже. Ты чё, офонарел? Железный тюрк. Тебе это не позволено. Тебе не позволено, я сейчас пойду в шахту. Где шахта? Не знаю, просто буду железо добывать. А для меня? Ага. Сделаешь мне броньку? Лёха, не забывай, кто тут лучший воин. Кто тут добивает? Кто тут? Убивал гастов, когда ты орал, помоги, Лёха. Так что, сделаешь мне броньку или нет? Ой, куда я полез-то? Вот же. У меня тем более прямо там на готове стоит геймоти. Вот, ну, я знаю, где ты живешь, и тебя найду. А мы так вместе живем. Я знаю, вот я из-за этого тебя найду. О, Господи Иисусе! Чё там у тебя? А вот посмотри! Если зайдешь в эту пещерку, там трафа наедешь. Не подходи! Не подходи! О, паука, убей его! Мне, тебе кстати, показать? Я столько монстров убил, и мне до сих пор это ачивку не дали охотник на монстров.
потому что она дырочек. А, да, забыл совсем. Какие там надо там? А у меня нет времени, за мной сенсей хочется. Теперь он на меня охотится. Ой, неправильно. Маленько что-то накосячил. Так надо сделать. Чё там? Понутился так, ну, дерево. Сделать его стак. К бою готов буду сделать меч. И потом... Слышь, хочешь ковер? Этого. Ковер хочешь? Чё? Ковер хочешь? А, давай. Поставим. Я знаю, это в новой. Но в новой версии есть ковер. Разноцветный сделал? Нет. А что, можно разноцветный? Да. А, его покрасить, значит, можно. Покрасить. Ну, короче, потом придешь покрасить. Потом придешь покрасишь. Мне, короче, сейчас просто куча надо палок. Я-то умнее поступлю. Но если, конечно, снизу не выйдет лава. Это мой супер-пупер гениальный план, который никогда не работал. Да. Я потому что как храбрый воин поступлю. Кстати, братик, тут кровати. Где их поставить? Я сейчас поставить. Я знаю. Тебе же нравится, когда я ставлю в кровати или нет? Когда ты ставишь. Чтоб не лава, чтобы не лава. Ой, антивирусник. Упади, упади. Кого? Братик, давай ты мне лесенки будешь кидать. Зачем? Ты же любишь лесенки мне кидать. Засея, засея, вот засея, засея, засея. Ты кому там? Скелет. Засея. Так, теперь надо 3 на 3. Все, братик, я сделал супер-пупер дробилку, где мы можем спокойно добывать с тобой. Правда, я нифига не вижу. Сейчас ночь? Поможешь мне? Нет. Я не вижу, я делаю свое дело. Да, а ты там добывай. Там везде сейчас зомби полезут. А ты добывай. А вообще-то уже иду домой. Как бы не смог найти дом. Вместо я сразу начал искать дом. И поэтому добывать. Давай так. Чё? Чё ты начал добывать, я не понял. Он добыл хоть сколько-нибудь? Да. Сколько? 26. Нифига себе ты. А я-то круче сделал. Иди сюда, покажу. Вот он. Чё? Пошли. Давай, иди. Лёха! Чё? Я знаю, то есть я не умею железо. Ося, ну, железка. Да Лёша не умею железо. Ладно, ладно, ладно. Пошли кровать им поставим. Где твоя кровать? Где ты мою кровать стырила? Где ты поставил? Она не кровать, а не как у тебя в полу. Это самая современная кровать. Кровать в полу. Лёха, давай спать. Нет, я усовершенствую, не видишь? То мне надо еще чем для красоты там поставить. Ладно, я это поставлю. Все, теперь давай спать. Ой, не успел, ну ладно. У меня-то есть ковер. Не то, что у тебя. Понял, да? Что такое? Не ставь в полу. Где? В
полу-то интереснее. Лёша, не умеешь железо? Мне надо кирку, а? Дай мне кирку, хотя бы я сделаю. О, себе, блин, железно-сочёный мечик сделал. Вообще наглый. Я потому что сам его нашел. Ага, сам. Я же тебе рассказывал эту крутую историю, как на меня напало 1000 зомби, и я отбивался этим мечом. Кстати, а где он? А, вот он. У него, прикинь, сейчас урон, как у алмазного меча. У алмазного меча же 7 урон, да? Да. О, у него тоже 7. Пошли, ты мне поможешь кое-что сделать. Помоги мне дерево добыть. Кость. Вообще, главное, не смотри, что я буду делать. Братик Крипер, помоги. Ты... Вот когда, Лёх, ты выходишь, ты вот только дверь-то закрывай. Зачем? Прикинь, как прикольно, Сашуля, там все так нормально. И дом такой крипер влазит. Сейчас, если огромное такое дерево появится, я не виноват. Фуф, повезло. Я думаю, сейчас такое гигантское появится. Привет, братик. Блин, топора нет. Каменного. Каменный топорчик. Ты что там свое железо караулишь? Да, Лёша! Чё это? Ты умеешь, да я не ворую уже, я вообще дерево иду добывать, чтобы свою шахту сделать. Супер-пупер шахту. Я-то ее сам придумал, понял, да? Понял? Братик, мне на это надо отросточек. Чё? Отросточек надо. Ты тут не доломал дерево? Или это я? Антей, я вообще. Я буду определяться по порталу в ад. В смысле? Чтобы находить свой дом. А, как хочешь. Там с какой стороны. Ах ты ж! Скелет. А что, он к нам залез? Нет. А, тогда нормально. Я думаю, сейчас бы опять бы на меня орал то, что я дверь не закрыл. Нет, дверь там была. А, закрыт, ну дочь закрыл. Кстати, пора заканчивать, мы, наверное, уже много сняли. Ладно, ну приезжай. Че? Ты меня ударишь, убьешь, да, потом будешь хохотать. Отросточек. Нет, я сделаю железно-сочёный меч. И меня ударишь, да, им. Блин. Че ты? Вот третий урон. Удача один. Удача. Лесная кала один. И почность один. О, круто. На 6 урон. Ага. У тебя на сколько? У меня? У меня только, ну, знаешь, на чё? На острота. Ну, а какой у тебя он? Первый. Нифа, у тебя какой он? У тебя он вообще выше. У тебя он 7 раз с какие-то там единицы. Ну, да я сам офигеваю. Теперь давай заканчивать. Теперь давай заканчивать. А ты что, в потолок смотришь или куда? А, нет. Ну ладно, ребята, серия, надеюсь, получилась суперская, да? Да. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да? Да. Нет, нет, не ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, всем пока.